Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Французский художник-постимпрессионист Рене Поль Шутценбергер. Родился 29 июля 1860 года в эльзасской семье знаменитых пивоваров. Был сын Поля Шутценбергера, французского химика. Художник Луи Фредерик Шутценбергер был его двоюродным братом. Учился в Академии Джулиана, частной художественной школе, основанной Рудольфом Джулиана под руководством Жан-Поля Лоренса. В 1691 году женился на Андре Мари Булан. Она была писательницей и искусствоведом, известной как Андре Майер. Шутценбергер начал выставляться во французском салоне художников в 1889 году, в салоне независимых с 1902 года и в Национальном обществе изящных искусств с 1907 года. Получил почетное упоминание на салоне 1897 года и на Всемирной выставке 1900 года. В 1911 он выставлялся на выставке художников современного Парижа в галерее Жоржа Пети. Занимался жанровой живописью, портретами, обнаженной натурой и пейзажами, рассматривая предметы повседневной жизни и интимные сюжеты. Его стиль близок к движению постимпрессионизма и находился под влиянием группы постимпрессионистов на бис, большинство из которых также учились в Академии Джулиана. Умер 31 декабря 1916 года. Ретроспективная выставка «Салон независимых» состоялась в 1926 году. Работы Рене Шутценбергера были выставлены в Гранд-Пале наряду с работами Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Амедео Модельяни, Жоржа Сера, Анри де Тулуз-Лотрека и других художников. Ну, так вкратце из переводной Википедии о французском художнике-постимпрессионисте Рене Поль Шутценбергер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.